Что-то мне сегодня хочется порисовать. А давайте-ка нарисуем героев мультика «Малышарики». Сначала нарисуем Нюшечку. Аккуратненько вырежем картинку. Давайте-ка вспомним, а каким же она была цветом? Может, зеленая? Нет, этот цвет не подходит. Окрасим в оранжевый. Нет, Нюшечка другой окраски. Голубой? Похоже, что эта Нюшечка съела что-то не то. Наша Нюшечка была другого цвета. А что, если попробовать желтым? Ну, просто солнышко. Давайте-ка попробуем розовым. Ух ты, здорово! Получилось отлично! Ребята, запомните, чтобы нарисовать Нюшечку, нам понадобится розовая краска. Рисуем следующего персонажа. Это Крошик. Сначала вырежем картинку и начнем подбирать краски. Красивый, яркий желтый цвет. Что получится? Солнечный зайка. Но это не Крошик. Попробуем розовой краской. Получился кролик для девочек. Крошик был другого цвета. Возьмем баночку с зеленой краской. Но такого кролика не бывает. А может быть, раскрасим Крошика красным цветом? Красный Крошик. Это что-то новенькое. А у нас еще есть баночка с голубой краской. Вот же цвет настоящего Крошика, ведь он же голубенький. А какого малышарика мы еще не рисовали? Ежика. Вырезаем аккуратненько. А каким же цветом будет наш ежик? Может, оранжевым? Какой потешный ежик, но наш ежик другой. А вдруг он такого же голубого цвета, как Крошик? Нет, ему этот цвет не к лицу. Настал черед желтой краски. Мне кажется, он похож на лимон с колючками. А вдруг он зелененький? Что-то здесь не то. Баночка с розовой краской. А вот мы нашли цвет настоящему ежику. Какой же он красивенький. Остался барашек. Нарисуем его. Вырежем ножничками. Для начала покрасим его в зеленый цвет. Нет, мне кажется, барашки зелеными не бывают. Берем баночку с красной краской. Очень миленько, но барашек был другой. Желтый цвет. Ой, нет, точно не то. Какой красивый синий, он подходит под цвет его глаз. Но в мультике он другой. Вся надежда на розовую краску. Ура! У нас получился настоящий барашек. Он точно такой же, как в мультике. Ребята, напишите в комментариях, какой герой мультика вам понравился больше всего. А теперь полезный совет от рыжего ежика. Ребята, возьмите себе за правило. Каждое утро убирать за собой кровать, делать зарядку и 2 раза в день чистить зубки. Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующий мультик, и не забудь подписаться на наш канал.